Совсем недавно за особые заслуги перед Республикой Адыгея и многолетний труд указом главы Республики Адыгея Асланова Тхакушинова прославлен ветеран ЦСКА и отечественного баскетбола Аскер Барчо, награжден высшей наградой Республики медалью «Слава Адыгея». И сегодня перед матчем вручают ему эту почетную награду представитель Республики Адыгея при президенте Российской Федерации Валерий Полевой и депутат Государственного Совета Республики Адыгея Гиса Басте. Аскер Барчо – легенда армейского баскетбольного клуба, да и вообще спорта армейского.